На ту сторону, где администрация. Халябина Лидия Алексеевна, Невейко Николай Трофимович, Глазычева Мария Гавриловна, Крутоголовых Василий Иванович, Чертов Владимир Иванович. Все они прославляли свою родину. Административным центром поселения является село Боровое. В границах поселения находится следующий сельский населенный пункт. Село Боровое, поселок Москва. Возглавляет колонну глава городского сельсовета Николай Николаевич Куксов. Гордится село Боровое своими орденоносцами, такими как Ида Карловна Каминская, воспитала 10 детей, награждена орденами «Знак почета», «Дружбы народов», «Трудового красного знамени». Более 40 лет трудовой деятельности имеют Акиншина Надежда Петровна, Подколзина Мария Дмитриевна, Жадан Григорий Николаевич. Гордость педагогического труда – это Петренко Людмила Кирилловна, Черновская Тамара Анатольевна, Ворошилова Раиса Петровна, труженики труда, работники сельского хозяйства, механизаторы, Ермолаев Юрий Петрович, Сафронов Владимир Иванович, Ефремов Петр Михайлович, санитарка Цуркина Нина Егоровна, водители Подколзин Геннадий Борисович и Калягин Алексей Николаевич, Лапина Любовь Николаевна, бессменный депутат Боровского сельского совета, ветераны животноводства, Мосякин Виталий Сергеевич, Малитина Зоя Дмитриевна, Соболевская Надежда Александровна. Особое заслуженное уважение супружеской чете из поселка Масляха, Подколзиным Геннадию Борисовичу и Марии Дмитриевне, которые в этом году отпраздновали 60 лет совместной жизни. На площадь выходит делегация из села Вольно-Бурлинское, одно из старейших и красивейших сел района. Прекрасные озера, ленточный город, бескрайние поля пшеницы и подрявые березовые кухни. Но прежде всего, делегацию Вольно-Бурлинского сельского совета возглавляет глава Алексей Григорьевич. В селе проживает ровесница района Цыгулаева Анна Сергеевна, 1 августа отметившая свое 95-летие. В колонии идут почетные жители села Селина Надежда Егоровна, председатель совета ветеранов, имея звание отличник народного образования. Ветеран педагогического труда Толсташеев Алексей Васильевич, поэт, выпустивший 4 сборника стихов. В селе живут кавалер ордена Ленина, комбайнер Давыденко Анастасия Михайловна, кавалер медали «Мастер связи», обладатель звания «Почетный работник почты» Безязыкова Татьяна Ивановна. Это те люди, на которых равняется молодежь, а молодежь в селе умеет работать. Развивается хозяйство Гавриленко Алексея и Людмилы. В 17 году выигравшая грант губернатора, начинающий фермер, молодежь... О, Алиусский участок. В колонии начальник пустынного лесохозяйственного участка Животиков Александр Васильевич. Более 10 лет отработавший в лесной отрасли. Рядом с ним работники, отдавшие любимому делу более 20 лет. Сапегин Сергей Трофимович, Буреченских Василий Николаевич, Егоров Евгений Викторович, Фатеев Михаил Дмитриевич, заслуженный работник транспорта Российской Федерации. В колонии отличники народного образования. Никулина Надежда Ивановна, Титова Любовь Васильевна, Ушакова Ольга Александровна, Малитина Татьяна Дмитриевна, работники здравоохранения Богданова Наталья Владимировна, Семенова Катерина Васильевна. Особая гордость школы — спортсмены. Член молодежной сборной Российской Федерации, баскетболист Александр Петенев. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Шептуля Николай. Заковряшинская земля немало взрастила хороших людей. Здесь живут орденоносцы за трудовые заслуги Михаил Григорьевич Артамонов и Серов Константин Георгиевич. Ветераны труда и почетные жители села Вера Андреевна Новикова, Любовь Николаевна Будакова, Александр Рудольфович Роуд, ветеран труда и ровесница края Матрена Кузьминична-Пестунова. В этом году молодая семья Новиковых Николая и Евгения выиграли грант губернатора. Ты добрый судьбою, а счастье одна, одна ты на свете и в сердце одна. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля. Ты добрый судьбою, а счастье одна, одна ты на свете и в сердце одна.
много стран на свете есть, но знаю, что счастлив только здесь, то счастлив быть могу лишь только холмы, равнины, леса и поля. Аня приглашала. Боровской сельсовет награждается дипломом Крутихинский сельсовет в номинации «Самый изящный стол». Наш самый оригинальный. Крутиха.